Ну, здесь комментируют, что класс команды Белгорода гораздо выше наших игроков. Вот. В общем-то, рассчитывали, чтобы быстрый гол не пропустили, но, к сожалению, пропустили. Вот. Ну, я думаю, что второй гол, наверное, уже предупредил то, что случилось дальше. Такая детская ошибка, что... В первом тайме такой игры у нас, к сожалению, не получилось. Во втором тайме сделали замену, они перестроились немного. Мяч лучше стал держаться. В общем-то, и моменты были для того, чтобы забить. Вообще хотелось бы, конечно, в Белгороде забить гол. Уж, по крайней мере, на один гол мы, наверное, наиграли. Вот. А так, что могу сказать? Класс команды Белгорода выше, поэтому и результат такой. Спасибо. Вопрос имеется? Нет? Нет. Спасибо. Спасибо.